Алло. Ну, мы же решили с тобой вопрос с фотографиями по-деловому, как взрослые люди. Да, у меня твой объектив. Да, с ним все будет, все нормально с ним будет. Богдан, я профессионал своего дела. Я 15 лет снимаю. Все, я с объективами на «ты». Все нормально. Мир погибнет. Оля, мне тебя вообще не слышно. Богдан, слушай, ты сегодня карантин, вообще ж карантин сейчас. Я не смогу, заразиться можно, и у меня же двое детей. Давай уже в следующий раз, через месяц я тебе его отдам, хорошо? Когда закончится, тогда я отдам.